Сегодня в театре «Кукол-сказка», который теперь располагается в здании бывшего кинотеатра «Родина», проходит пресс-конференция, посвященная новому 54-му театральному сезону. Кстати, откроется он спектаклем «Черная курица» или «Подземные жители». Репетиции начались на этой неделе. На связь со студией выходит моя коллега Антонина Поздеева, которая знает все подробности. Антонина, вам слово. Антон, здравствуйте. Какую тайну скрывает «Черная курица», о чем Денискины рассказы и что еще запланировано на новый 54-й театральный сезон, сегодня расскажут здесь, в театре «Кукол. Сказка». Он временно базируется в стенах бывшего кинотеатра «Родина», но все это вынужденные меры. А почему, мы сейчас узнаем. С нами сегодня директор театра «Кукол. Сказка» Надежда Васильева. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Мы, конечно же, рады сообщить нашим зрителям, что мы открываемся 6 сентября, правда, временно, в этом здании, потому что весь коллектив живет в ожидании нового здания. Конечно же, это будет замечательная история, отвечающая современным технологиям. Ну а сейчас мы максимально, учитывая предложенный формат этого здания, мы попытались максимально создать условия для наших зрителей. А вот сейчас, конечно же, мы проводим большую работу подготовительную. К новому театральному сезону мы сделали новый логотип, у театра появился новый логотип. И даже логотип у нас разработан в привязке к новому зданию, к эскизу. Вот мы вам представляем вашему вниманию, как будет выглядеть наш фасад нашего нового здания. Отлично. Ну что ж, главное, что на новый театральный сезон ваш временный переезд не повлияет. Значит, что первоклашки уже спустя неделю учебы могут прийти и посмотреть спектакли. Сезон начинается с 6 сентября. Всех здесь ждут.